или не быть? Вот в чем вопрос. Достойнее лишь душе служить мишенью, прощам и стрелам яростной судьбы или противопоставить морям тревог и пасть противопостав. Скончаться, спать спокойным сном и увенчать кончиной тоску и тысячу природных язв, которым плоть наследник. Вот о чем мы только грезим. Умереть, уснуть, быть может, видеть сны, но здесь загвоздка, какие смертному посмертно сны приснятся в нетелесной оболочке. Мы в панике, подобный оборот чреват крушением всей долгой жизни. Кто снес бы времени позор и розги, гнет подлости, презрение гордеца, отвергнутую страсть, лень правосудия, чиновний раж, всю череду обид, отмеренных достойным от ничтожеств. Коль выход в обнаженном острие кинжала, кто бы кротко снес поклажу усталой жизни, корчась и кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия неведомой страны, из чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал терпеть знакомую беду. А не спешить навстречу неизвестным, так нас рассудок превращает в труса, так слабость умозрения истребляет в нас решимость. Время! Перевод 1911 года.